уже начали здесь выкладывать плитку. Значит, как я уже говорил, что мы здесь идем, так как парк Победы, все-таки цвет Победы — это красный, поэтому вот у нас здесь плитка именно верхний слой. Это верхний слой — это гранитная крошка. И вот я надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы здесь все закончим. Значит, это как экспериментальный проект. Значит, для начала посмотреть, как будет. На следующей неделе здесь будет уже установлено современное освещение, лавочки. И я надеюсь, что парк Победы, так же как и другие парки, начнут выглядеть прилично. На самом деле, главное, что я хотел вам сегодня сказать, это вы видели, для тех, кто смотрел онлайн, совещание, которое было в Бельской мэрии. Я думал, что до 1 ноября смогу как-то воздержаться от того, чтобы вмешиваться в то, что происходит в городе, потому что в разгар предвыборной кампании я не хочу, как некоторые, злоупотреблять там админресурсом. Но просто когда я увидел, что провели тендеры по 5 улицам, и у меня начали не укладываться те цифры в голове, которые были озвучены, я рад, что мой сегодняшний визит в Бельце сэкономил несколько миллионов лей. Получается, сегодня плитка на некоторых улицах стоит 800 лей, на некоторых улицах стоит 810 лей. При том, что сегодня в стране она стоит... Зачем мне слушать Acquisition Publish? Я с вами постоянно ругаюсь. И вопрос не в том, как провели. Вам что дали, вы как бы эти цифры объявили. Потому что не вы формируете стоимость работ. Но у меня вопрос к УКСу, который сегодня просто дает возможность зарабатывать денег. Это даже не заработок, это грабеж. Я вам скажу другое. Даже при цене 641 она заряжена. Еще раз, при том, чтобы экономический агент зарабатывал свои 100 лей, 620 лей — это цена потолока. Значит, в этом году мы планируем установить 35 тысяч квадратных метров плитки до 1 декабря. И особенно хочу обратиться сейчас к подрядчикам, те, которые выиграли конкурс. Ребят, перестаньте, во-первых, заниматься ерундой. По УКСу я уже сегодня все понял. Откуда сегодня, из каких средств получилась экономия, я вам коротко расскажу. Значит, компания Кабаш, которая производит вот эту плитку с гранитной крошкой в Кишиневе, значит, у них цена 220 лей рыночная. Значит, они сделали, так как мы покупаем очень много, и неважно, какая компания будет производить работы на какой улице, кто выиграл тендер, но они нам эту плитку отдают за 190 лей. Что делали некоторые подрядчики, которые участвовали в конкурсе? Они брали старую цену 220 лей, прибавляли транспортные расходы, которые 37 лей до Бельца, и должно было получиться 257. Кто-то написал 265, кто-то 275. Они могут зарабатывать на работе, но точно не на плитке за скидку, которой я борюсь уже столько месяцев. Поэтому вот эти 35 тысяч квадратных метров плитки только на то, что сегодня была зафиксирована цена для всех компаний Бельца, которые будут производить строительные работы. Значит, дали 20% скидку на все дорожные бордюры, и 30 лет дали скидку на квадратный метр плитки. Поэтому сегодня можно сказать, что больше миллиона лей было сэкономлено только на закупке плитки. Поэтому, товарищи подрядчики, те, кто выиграл конкурсы, пересмотрите свои цифры. Плитка для Бельц уже стоит 190 лей квадратный метр плюс 37 дорога. Итого получается 227 лей с доставкой в Бельце. Перестаньте писать 260-270, потому что закончится предвыборная кампания, мы вернемся к этому вопросу. Обычную плитку, если мы покупаем по 100 лей квадратный метр, то вот эта с гранитной крошкой будет стоить именно эти деньги. А покажи здесь, где вот ее уже помыли. Чтобы... Можно я тут сварить? Да, здравствуйте. Телефон упал. Значит, не нужно, спасибо большое. Значит, вот как она примерно получается. Значит, я думаю, что когда это все отмоют, когда это все закончат, мы посадим цветы,
мы приведем в порядок вот эти стенды с фотографиями героев, ветеранов Великой Отечественной войны. Будут освещения, будут установлены столбы на следующей неделе с очень прикольной такой подсветкой, где в каждом столбе будет вмонтировано, в бетонном столбе будет примерно 6 LED фонарей, где один будет подсвечивать сверху крону деревьев, один будет бить вправо на тротуар, другой на газон, там четвертый будет подсвечивать там по краям. Ну, то есть реально получится очень прикольно. Вот, поэтому, так как плитка сегодня подешевела на больше, чем на 1 000 000 лей, значит, и я уверен, что приземляться и по работе, поэтому неважно, будет эта экономия в 2 миллиона лей, в 3. Моя задача и задача всех в нашей стране делать так, чтобы все становилось дешевле, а не дороже, так как у нас делали все эти годы. Поэтому всем вам говорю, что это только начало. Мы будем продолжать двигаться только вперед.